По этой тропинке богословцы обычно спускались прямо к реке. Когда дорожку засыпали щебнем, а рядом посадили хвойную аллею, люди были только рады. Но все благоустройства оказались не для общего блага. Хозяин частной территории решил проезд к воде закрыть. Теперь ни покупаться, ни порыбачить, вздыхают старожилы. Пользовались. Ездили, ну я, как говорится, инвалид второй группы. Спуститься спущусь, подняться не подымусь. А я рыбачок. Все пользовались, а теперь я не буду пользоваться. Потому что перегородили. Речка-то вот одна единая. Сейчас в Богослово больше 500 домов. Близость к реке – один из главных плюсов села. Но теперь добраться до Содышки местным нелегко. Здесь идет застройка. Мне против, что он какие-то там постройки делает и сделал уже. Но то, что к речке нельзя загораживать, это река – достояние народа, а не собственность кого-то одного. Если даже пожар будет, не подъедет ни с какой стороны. Это раз. А во-вторых, и к заводе не подъедешь, ни зон отдыха никакой, ни купания, ничего. Владелец гектара земли – бывший депутат Дмитрий Рудник. Как нам рассказали в райадминистрации, земля под сельхозугодие ему принадлежит здесь вплоть до кромки реки. В прошлый летний сезон предприниматель организовал в этом месте водные развлечения. Но местные стали жаловаться на шумные пьяные компании, которые собирались у реки. Водные аттракционы пришлось отменить. Теперь вот новая задумка – экодеревня. Три там дома, что ли, может, четвертый. Это называется экодеревня, если это можно назвать экодеревней. Там бани. Это во все рекламируется в интернете, я вижу. Кстати, что такое коммерческая турбаза? Люди должны это как-то обслуживать, следить за порядком. Соответственно, для местных жителей они не имеют права перекрывать дорогу. Одну из тропинок бизнесмен точно не имеет права перекрывать, поскольку она муниципальная. Но застройка развернулась таким образом, что и этой тропинкой пользоваться сейчас проблематично. Так вот он забор прямо до врага. Ходи, ноги ломай там по врагу, обходи, если пускать не будут. Сейчас пока в беке работают, проходишь. А уж там калитку поставили, а там калитку другую, и замок вроде висит. Попасть к излюбленному месту отдыха жители не могут даже в объезд через 4 километра. Дорога перекопана и там, на лугу. Все везде изрыто, к речке не подойти, землю накидали. Вон, смотрите, и тут перегородили. Очень хороший здесь такой заливчик, неглубокий, как раз для малышей. Отдыхали прекрасно. Сейчас мы не можем здесь пройти, не говоря уже, что проехать. Пожалуйста, сделайте нам доступно подойти к водоему, вот к такой красоте, которая сейчас у нас на улице. И мы не будем против. Но подумайте немного о людях. Подумать о своих соседях Дмитрий Рудник согласен. У людей снова появится возможность ходить к реке привычным путем, если вместо этого участка Суздальская администрация предоставит бизнесмену другой. Уже здесь сделан проект, то есть на согласование в администрации района. Проект дороги? Да. Она должна выкупить будет у вас или как? Нет, мы там решаем по обмену. То есть та часть территории, которая не используется и как бы не будет использоваться никак, муниципальная часть на эту часть. То есть примерно как-то так. Вот. То есть ищем решение вместе с администрацией. В администрации нам ответили, что о проекте говорить еще рано. Сначала надо провести публичное слушание с местными. Может быть, люди вообще выступят против соседства с турбазой. Сначала будем проводить публичное слушание, и вот уже как население отреагирует на это публичное слушание, этот вопрос вынесется на совет. Вот если совет примет решение о перезонировании территории, тогда это будет все продолжаться и выльется в проект планировки. В любом случае, говорят чиновники, даже если проход людям загородили, они имеют право на доступ к дамбе реки через муниципальную тропу рядом с оврагом. Если из-за застройщика она пришла в негодное состояние, районные чиновники после заявления жителей готовы прислать комиссию и принять меры. К слову, представители власти уже дали понять, что не очень довольны, как Дмитрий Рудник ведет в Богослово дела. Татьяна Данилова, Егор Хрыбко, 6 канал.